В эксплуатации железных дорог страны много вагонов на подшипниках качения, парк их растет, а хорошо оснащенных баз для ремонта буксовых узлов не хватает. В вагонных депо Ясиноватая и Красноармейск Донецкой дороге всю тяжелую работу делают машины. Производят полную разборку буксового узла. Обычно все эти сложные операции традиционно выполняются вручную. Машины же, как видим, справляются с ними быстро и ловко. Автоматический манипулятор снимает пары. Тем временем очищенные корпуса букс транспортерами подаются к месту сборки. Подшипники после промывки попадают в ремонтно-комплектовочное отделение. Здесь их осматривают, производят необходимый ремонт или заменяют бракованные. Сходит последняя доводка и приладка. Теперь монтаж тремя агрегатами для производства основных операций сборки механизированной линии. Коллектив вагонного депо работает на бригадном подряде. Новые формы труда хорошо прижилась, позволив раскрыть и ввести в дело многие резервы. Ныне интересы разных цехов едины. Механизированная кладовая обеспечивает бригаду контейнером с необходимым набором деталей на всю смену. На сборочном производственном участке каждая бригада выполняет весь комплекс ремонтных работ. Владеющие смежными специальностями рабочие могут при необходимости заменять друг друга, а показатель для всех общий – полностью отремонтированный вагон. Заготовительное отделение стремится бесперебойно и четко поставлять отремонтированные узлы вагона на участок сборки. Теперь почти вся продукция сдается с первого предъявления. Заработки каждого зависят от его личного коэффициента трудового участия, а кому и сколько платить, решает бригада. Коллективный подряд действует. Его эффект – это высокое качество деповского ремонта вагонов.